Физическое совершенствование спортсмена невозможно без гражданского воспитания. В Республиканской федерации айкидо в программу летних тренировочных сборов 2023 года включены уроки патриотизма. На занятии побывал и наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Айкидо – японский вид боевого искусства, в основе которого положен принцип нивелирования агрессии. Стиль единоборства имеет собственную духовную практику. Но вместе с тем, за более чем полувековую историю своего развития в СССР и России, это направление в боевых искусствах приобрело дополнение, характерное для спортсменов нашей страны. В настоящее время занимаемся не только физической подготовкой, не только отработкой приемов, но мы считаем своим долгом, все инструктора это поддерживают, заниматься патриотическим воспитанием. Мы должны готовить защитников нашей Родины, мы должны готовить людей, которые любят Родину, которые понимают, что такое Родина. Так, в программе летних сборов 2023 года появились уроки мужества. Первое занятие с ребятами провели обладатель 5-го дана айкидо, подполковник запаса Сергей Мельников и участник специальной военной операции Виталий Емельянов. Военный летчик, майор запаса Виталий Иванович в зону СВО отправился добровольцем и с честью выполнил свой долг. В беседе с юными коллегами, а в юношеские годы Виталий Емельянов активно занимался самбо, он не обошел вопросы патриотического воспитания. Перевернул мозги где-то после 2-го дня или после 3-го дня боя, сейчас не помню конкретно. А фраза такая была: трусость не удлиняет жизнь, а смелость жизнь не укорачивает. Вот так нам говорили. И вот я через почти 40 лет телом, мозгами проникся. Услышьте, может быть, когда-нибудь эта фраза станет для вас через какое-то время тоже путеводной. Кстати, на встречу с ребятами Виталий Емельянов, в послужном списке которого есть и другие правительственные награды, пришел лишь с двумя, полученными в ходе СВО. Медалью за отвагу и Царьградским крестом отряда «Барс». Для меня беседа была очень познавательная. Для себя я понял то, что, занимаясь спортом и физкультурой, я вношу вклад в укрепление обороноспособности своей собственной страны. Урок мужества завершился фотографированием, а в плане еще одна встреча, которая назначена уже на выпускные экзамены в школе айкидо. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.